На конкурс дети читают стихи. Маркелу Милана, 7 лет, город Стерлитамак, Республика Башкортостан. Григорий Граубин, мастеровой. Воевал портной иголкой, он в походах боевых штопал дырки от осколков на шинелях фронтовых. Ставил латки и заплатки, а еще из-под иглы выходили плащ-палатки, маск-халаты и чехлы. Но с такой же сноровкой и с таким же мастерством он орудовал винтовкой и гранатой и штыком. Воевал сапожник шилом, и неплохо воевал, сапоги солдатам шилом и ботинки подбивал. У котла сражался повар, кухню спрятав за леском, пищу воинам готовил по походному с дымком. Спать нередко хлебопеки не ложились до зари, но всегда бывали к сроку теплый хлеб и сухари. Но подробно и под Нарвой, и в сражении